Юные спортсмены Сочи присоединились к всероссийской декаде спорта и здоровья. В традиционной рождественской эстафете приняли участие воспитанники 23 спортивных школ города. В этих соревнованиях отрабатывается умение работать в команде, дружба, слаженность. И если на самом деле ребята дружно, весело занимаются своим любимым видом спорта, то и здесь они показывают высокие результаты. Поэтому командный дух здесь больше всего присутствует и командное умение. Большие гонки по-сочински – это комбинированные соревнования, состоящие из нескольких этапов. Необычным здесь является инвентарь. Командные лыжи, штаны на троих трио, гусеница, гигантские кеды, чудо-ласты, ну и так далее. Нам трудно было делать лыжами. Я говорю, заплава-лево, и они как бы тоже так же шли, да, кто-то упал. Из-за этого все остановилось, а потом мы снова поднялись и начали шагать. А я запутался, и мы упали. Слаженно пройти дистанцию удалось не всем, но вот девчонки из первой спортивной школы оставили позади себя команду мальчиков. Потому что это командная игра, мы все хорошо вместе как бы в команде работаем. Лучшие участники рождественской эстафеты получили медали, кубки, ну а самое главное – хорошее настроение и позитивный настрой на очередной спортивный сезон. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.